Ре! Весь этерс ир те! Снова к событиям в Латвии. Почти половина проверенных автосервисов, 40%, не соответствуют требованиям охраны окружающей среды. В прошлом году Госслужба среды в выборочном порядке проверила более 200 автосервисов, тех, которые были под подозрением. Главным образом нарушения касаются неправильной утилизации шин. Возбуждено 11 административных дел. В Латвии реализуется 17 тысяч тонн автомобильных покрышек в год. А в 2018 году в стране накопилось 105 тысяч тонн непереработанных шин. Мы, как ассоциация, заинтересованы в том, чтобы в стране все использованные покрышки собирались и переработались, как и в законе предусмотрено. Те сервисы, которые не исполняют эти требования закона, они портят и конкуренцию. В результате страдает окружающая среда и здоровье людей. Когда человек покупает шины, спросите у продавца, что будет дальше с этими шинами. Ну, если продавец меняет эти шины, например, вы покупаете шины сразу вместе на сервисе. Если он меняет, вы заберете эти шины бесплатно или нет, или мне нужно еще доплачивать. Если он скажет, я забираю бесплатно, значит, стоимость этой новой покрышки уже вложены деньги для сбора и утилизации этой шины.